Ну что, девушки, я как рассчитывала найти здесь бренды-шменды. Так вот они и есть. Я так и пошла поэтому, потому что я думала, что вот первый день, там еще что-то останется. Так. 200 баксов. Шлепочки Ферогамо. Хорошенький мой размерчик. Туфли Ферогамо же. Тоже за 200. Я не вижу сумок. Я вижу только обувь. Много Ферогамо, сплошная Ферогамо разных. А вот эти, смотрите, вот эти 400 стоят Ферогамо, правильно? А вот эти стоят 200. Ну вот, это малипусичная сумочка, такая крошечная, прикрошечная, за 180. Потом почитаю, думаю, что за бренд, сейчас не вижу. Вон какие тоже Ферогамо бархатные с цепями. В общем, короче, нам завезли Ферогамо сплошную. 299. А эти, они, знаете, похожи такие немножко на домашние. Как будто даже мужские. Такие большие, стоят 350. Ага, вот это вот Kate Spade. Ну, это не Ферогамо, но... Ой, они на сейле даже за 230. Симпатичненькие. Еще немножко Ферогамо с таким интересным бантиком. Тоже за 200. Вот интересно, есть Ферогамо за 200, есть за 400. В чем разница между ними? Я не разбираюсь. Вот какая-то сумка красивая, прям интересная, да? А, всего лишь за 300 долларов. То есть, всего лишь, да? Ну, в смысле, что это не люкс-люкс, а так. Что-то такое. Вот это за 150. Ферогамовский кошелечек. С тонк-шлепанцем. Вы посмотрите, какая прелесть. А. Хоть можно вместе носить, да? Здесь коробочка и мешочек, все как надо, красиво. А, это Longchamp, вот эта вот компания, и все эти сумки, вот та маленькая, вот это, они все оттуда. Еще немножко Ферогамо, и это тоже Ферогамо босоножки, такие интересные, да? И они стоят тоже 200 долларов. Это немножко Tod's. Тот по чем? Тот по 300. Так, а вот смотрите, те же самые Ферогамо, тоже расцветка, цветочек, только туфли. Красивые, тоже 200 баксов. Слушайте, недорогие. Посмотрите, какой каблук интересный. Видите, я их сниму вот так. Красивый мой размер, 5,5. Тоже вот это вот ферогамовские, такие желтые. Много-много Ферогам. А, вот это вот классические лодочки Ферогамо с их бантиком. Вот эти стоят 300. Розовые, смотрите, на какой интересный подошве, тоже Ферогамо. Сколько раз я сказала Ферогамо? 1550 раз я сказала. И вот это Гуччи. Посмотрите, какая прелесть. Ой, четвертый размер. 34-й. Это прям мой размер. 250. Мукуся. Смотрите, какие. Это мой размер, девочки, точно. Немножко даже маловато. Сколько они стоят? 250. Смотрите, какие прикольные. Ну, вы знаете что, я думаю, такой размер может даже достоять до распродажи. Хотя, даже на распродаже, ну, шлепанцы и шлепанцы. Тоже мой размер. 300.
Ну, в общем, много-много-много Феррагамо. Сен-Лоран. Вот эти Сен-Лоран. 400. Из одежды люксовой. Девочки, вы помните это платье? Оно висело еще до закрытия. Я с ним тут, Эмилио Пуччи, 100 лет назад. Я вам его не примеряла, но показывала на вешалке. 650. Они до сих пор висят, и до сих пор их не выставили на распродажу. С ума сойти. Это они вот так вот решили, что все, что у них было, когда магазины были закрыты, это как будто бы не считается. Красивая юбка. Это ведь юбка. Красивая, какая расцветка. Посмотрите. Не знаю, сколько она стоит. Ой, боже мой, цен нигде нету, ничего не понятно. Короче, здесь немножко люкса, но вот того же самого, который я вам уже показывала, и он вот так вот всю зиму, 2 месяца он провисел. Я даже что-то примеряла из этих вещей. Вот так он провисел 2 месяца и не ушел на распродажу. О, что я вытащила? Это вообще даже не... А, это рис. Все дорого, это недорого. Красивое платье, правда? Такое. Сверху бархат, внизу шелк. А, вот это что-то интересное. 500... А, тоже Пуччи. Вот этого мы не видели, Пуччи. Это стоит 550. Вот такое вот оно. Вот, вот такое. Ну, такое. Не особенное. Так, что-то еще есть. Что-то новое есть. Вот пиджаки Макс Мара. Это были они или это новые, по-моему? Почем они? По 300. Видите, какой рукавчик? Теперь мы знаем, откуда Зара взяла и H&M свои фасончики. Вот так вот собирать рукав. И вообще он такого фасона. Такой, знаете, маленький, узенький. Они уже вышли из моды и вернулись снова. А мы пока что их здесь продаем в стоке. Как раз вошли в моду снова, да? Прикольно. Так, а здесь у нас вот клиренс. Так. Что у нас на клиренсе? А вот это платье, я помню, я вам его показывала. Это Derek Lamb, по-моему, да. Я даже помню. Вот сейчас они... Боже мой, за $40. Размерчик маловат, нулевой. Я бы, конечно, бы его несла с собой. Так, что у нас еще на сейле? Может быть, все такие деньги. Вы знаете что, магазин-то открылись. Я же не пошла с утра, потому что я ведь работаю. Вот это платье я мерила. Девочки, вы помните? Мне оно подходило. Оно мне вот так нравилось. Оно сейчас стоит $50. Какой я мерила размер? Тори Берч. Оно стоило 200. Наверное, 10, да? О, смотрите, это стоит 80. 80. Все по 80. Все, видите, все по 80. Вот безобразие. А это стоит 48. 8 размер. Так, возьмем. Подумаем. А вот это вот самое, только 12 размерчик. Ну, знаете что? А, видите, представляете, это 100. А это... Вот так вот. Вот и я думаю. Они что-то неправильно уценили. Потом вот это вот было тоже Love Moschino. 120. Но мне оно даже и даром, знаете ли. Такое детское платьице. Мне оно совсем не нужно. Даже пусть мне приплатят. Текс. Пойдемте смотреть, что еще у нас тут есть симпатичного. Что я пошла в размер экстрасмол. Интересно, что их никто не купил. Надо же, никому не нужны, они только мне, да? Клоустон. Сейчас платье. Так, пошли дальше смотреть. Какое-то прям такое красивое лавандовое платье. За $180. Бренд называется Тиби. Я не слышала про такое. Посмотрите, как красиво сделан валан внизу. Как-то так он красиво, видите, сделан. Вверх такой воротничок резиночкой.
Слушайте, нашла такую куртку. Она, правда, написано, что она на распродаже, но она нет. $50 она стоит, джинсовка. Desigual, это хороший очень бренд. Смотрите, какая красивая, классная. Сейчас я вам покажу. Джинсовка и рукава сделаны из ткани. Прямо мне очень нравится. Большая такая. Надо померить. А вот и Зарочка. Зарочка у нас по $30. Ничего себе, стоила 40. Дорогая. Это Зара, да? Она стоила $40, да? А этот самый Desigual стоил 50. Стоит, вернее. Я что-то путаю. Desigual — это, по-моему, дорогой бренд, нет? Может быть, я что-то перепутала. Надо прогуглить. Еще нашла платье Ребекка Минков. Стоило 80, а сейчас 23. Представляете? Интересное, красивое, какое, видите? Все, столько. Красиво. Сейчас посмотрю, какой размер. Написано здесь 6, но они часто путают, неправильно пишут. Ладно, потом посмотрю, расскажу. Примерочная, конечно, закрыта. Здесь много чего есть интересного. Не зря они стояли 2 месяца, закрытые магазины. Собирали товар. Какие-то брюки. За 50. Сандро. Хорошие брючата, но я брюки мало ношу. Такой цвет очень такой, знаете, необычный, хотя красивый. Еще брючки голубые. Тоже Сандро. Тоже за 50. Красивого цвета. Так, что здесь еще есть? Ну, какие шортики хорошенькие. Вот этого вот мне не хватает в жизни. Вот этого. Шучу. Какие-то интересные тоже брюки. Нет, не интересные. Девочки, ну вот это мода, знаете, труселя вязаные. Я вообще тащусь. Да еще и горошек, конечно. Это что-то. Их тут так много. Всяких. Так, пошли смотреть, что еще одна курточка Desigual. Смотрите, какая. Ну, это такая. Фанки-чанки. По-моему, я перепутала с чем-то другим. Может, Desigual не такой дорогой бренд. Я что-то, наверное... Скотч энд сода тоже хорошая компания. $40. Мне кажется, Desigual — это я что-то с чем-то путаю. Штанцы. Веселенькие. Что-то мне тут мелькнуло, что я хотела посмотреть такое. Юбка вязаная. Красивая. Падают у меня руки. $120. Что за бренд такой дорогой? Гинс. Не знаю. Знаю, но я не думала, что он такой дорогой. Хорошая такая юбчонка, но мне такие не идут, потому что вязаные юбки нужно носить, когда нет живота. Скучен соды шорты. Еще шортики. Шортики. Что вообще хочу сказать, что в отличие от первого, от предыдущих открытий, товара полно. Всего навалом. Как вы видите, много чего. Магазины полные, славьте Господи. А то уж мы переживали, что нам
мне будет на что потратить денежки. На самом деле денежки потратить особенно нечего, потому что товар много, но такой все. Ничего особенного. Вот я сейчас схожу в распродажу. Куртку я оставила. Дизигл, да? Я сама уже забыла. Так, сходим давайте в распродажу и посмотрим, что здесь есть. О, свитер из Зары, смотрите. Я помню, они были в Заре за 8 баксов. Томми Хилфигер. За 14. Неплохая худи, но смол. Смол я не могу себе брать. Это на маленькую девочку. Я большая девочка. А где вообще большие размеры? Что такое? Еще Хилфигер. Мне не нравится. Так. Боже, какие люди шумные все. Вчера они так орут все. Хлам. Так, на распродаже сплошной хлам. Или уже все раскупили. Или так и не было ничего. Ну, всякие платья такие. Ну, короче, в общем, много всего. Много всего. Покупать особенно нечего. Но радует то, что товар навалом. Детская, да, для дома. В следующий раз я схожу, сниму вам для дома. Всякие красивые. О май гад, как всего много. Но я уже не буду тут. Короче, это уже на следующий раз оставлю. Сейчас у меня даже времени нет тут снимать. Такая очередь стоит. Это вход. И вот люди стоят, чтобы зайти. Прикиньте, да? Так и живем. Ой-ой-ой. Ну, в общем, я с мешочком. Конечно же. Девушки, боже мой, что делается? Боже мой, кто-нибудь мне сказал, что мы будем стоять в очереди, чтобы в магазин попасть? Я что-то снимаю, знаете, не вижу что. У меня такое солнце, что я просто вот иду. Машину поставила далеко, мест не было, а сейчас дофига. Короче, что купила, не покажу. Нет, шучу, покажу. Ну, может быть, не сейчас, не в этом видео, а может, в следующем, потому что долго будет очень, да? Господи, где моя машина? Я так got excited, что я потеряла свою машину. А вот она, моя малышка. Все, девочки, до следующих встреч. Люблю, целую. Магазин открыт, ура! See you soon, bye-bye.